Малярная мастерская Тома. Как замечательно! Синди танцует на пляже. Веселишься, Синди? Ты копируешь рыбку в озере. Может быть, Том мог бы превратить тебя в кого-то похожего на рыбку в своей малярной мастерской? Эй, Том, чем занят? Ты придумываешь радужную краску? Превосходно! Синди приехала повидать тебя, Том. Отличная идея! Синди хотела бы стать русалкой, прекрасным морским существом. Да, Синди, тебе нужно надеть защитные очки перед тем, как Том начнет красить тебя. Хорошо, пора творить! Ух ты, потрясающе! Том, ты придумал кое-что действительно особенное. Будет интересно посмотреть, как ты сделаешь чешую русалки. Выглядит превосходно, Том. А что в коробке, Том? Немного ракушек? Синди, ты будешь действительно очень красивой русалкой. Какая красота, Том! Ну, конечно, и хвост русалки у тебя тоже будет! Ах, какое превращение! Тебе стоит поехать обратно на пляж и показать себя. Спасибо тебе, Том. До новых встреч! Синди, тебе стоит искупаться.
Выглядишь замечательно, Синди. Веселись! Малярная мастерская Тома. Привет, Чарли! Куда ты едешь? К Тому в малярную мастерскую за новым образом? Дай-ка угадаю, ты хочешь стать Человеком-пауком? Это твой крюк на кране дал мне подсказку. Он уже выглядит как паутина. Но я думаю, будет безопаснее, если ты уберешь его, пока едешь к Тому. Эй, Том, похоже, уже все готово для того, чтобы превратить Чарли в Человека-паука. Как много красной краски! Ты прав, Чарли очень большой, поэтому на него уйдет много краски. Ты стал немного похож на пожарную машину Фрэнка. Может быть, нужно добавить детали, Том? Ну, конечно, паутина! Подожди, тебе понадобится тоненькая кисть. Хорошо, что напомнил, Том. Конечно, Человек-паук носит маску. Закрывай глаза, Чарли. Подержи глаза закрытыми еще немного, Чарли, пока краска не высохнет. Что ты там делаешь, Том? Эта наклейка с пауком выглядит потрясающе. Кажется, нужно еще кое-что сделать. Сколько колпаков нам нужно, Том? 6. Давай сосчитаем. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Ух ты! Ты выглядишь в точности как Человек-паук, Чарли. Молодчина, Том. Вот для чего Чарли выдвигал свой кран. Он хотел быть Человеком-пауком и двигаться как Человек-паук. До свидания, друзья. Скоро увидимся. Малярная мастерская Тома.
Привет, Тайлер. Куда направляешься? В малярную мастерскую Тома? Он собирается тебя преобразить? Ух ты, как здорово! Мы приехали. Привет, Том. Тайлер хочет стать похожим на своего любимого персонажа из мультфильма про Винни-Пуха. Ты сможешь ему помочь? Превосходно! Он будет здорово смотреться. С чего начнем, Том? А, это для кузова Тайлера? Ты уже сильно изменился, Тайлер. Что же дальше? О, эти полоски выглядят здорово! Что это, Том? А, я вижу, это нос! Ха-ха! Теперь у тебя появились уши, Тайлер! А это для чего, Том? Брови! Какие милые! А это что? О, да это же хвост! Тайлер, я тебя едва узнаю. О нет, ты хотел быть Винни-Пухом. Ну, Пятачок ведь тоже прекрасный персонаж, верно? Что ж, я рад, что тебе нравится, как ты теперь выглядишь. Хотя это и не совсем то, чего ты хотел. Пока, Тайлер. Наслаждайся своим новым внешним видом. Малярная мастерская Тома. Привет, Эдгар. Собираешься прокатиться? Ой! А, это ты, Тайлер! Было страшно! Ха-ха! Хорошая шутка, Тайлер! Еще увидимся! Ты тоже хочешь испугать Тайлера? Я уверен, Том сможет придать тебе устрашающий вид! Что ж, давай поедем к нему! Привет, Том! Эдгар хочет выглядеть страшно. У тебя есть идеи? Превосходно! Это точно испугает Тайлера!
чего начнем, Том? Отлично! Тебе нужно нарисовать лицо. Возьмем черную краску. Молодчина, Том! Интересно, для чего этот цвет? Это язык. Забавно. Готово? О, еще нет. А это для чего? Руки. Ну, конечно. Отличная работа, Том. Теперь он похож на настоящее привидение. А теперь что? О, это должно быть потрясающе! Очень страшно, Том. Белый? Это для его гусениц? Цвет в точности совпадает с простыней. Отличная работа! Ух ты, что думаешь, Эдгар? Ты выглядишь очень страшно. Готов найти Тайлера? Хо, а вот и он. Ты готов? На счет три. Один, два, три. Попался! Ха-ха, не пугайся, Тайлер. Это всего лишь Эдгар. Получилось! Отличная шутка, Эдгар. Ты снова справился, Том. Превосходно. До новых встреч, друзья. Малярная мастерская эвакуатора Тома. Привет, Бен. Какой сегодня замечательный денек для работы на ферме. Ты собираешь овощи и фрукты? Выглядят очень вкусно. Для кого они? Ты хочешь сказать спасибо Тому? Что же он сделал для тебя? Оу, он только собирается что-то для тебя сделать. Как любезно с твоей стороны. Том будет тебя преображать в своей малярной мастерской. Здорово! Пора уже ехать к нему. Смотри-ка, автобус Лили. На этом узком мостике хватит места только для одной машины. Ты хочешь, чтобы Лили проехала первой?
Настоящий джентльмен. Проезжай, Лили. Бен подождет. Похоже, Том уже готов поработать над преображением Бена. Бен, следуй за Томом в его мастерскую. Ах да, сначала стоит отдать подарок Тому. Тому очень понравился твой подарок, Бен. Итак, в какого героя ты хочешь превратить Бена, Том? Тебе нужны идеи? Что ж, Бен очень добрый. Он привез целый прицеп свежих продуктов. И пока ехал сюда, уступил Лили дорогу на мосту. Он всегда смеется и улыбается. Бен очень хороший парень. Люк Скайуокер из «Звездных войн». Отличная идея! Что думаешь, Бен? Ты хочешь на один день превратиться в плохого парня? Как забавно! Том, есть идеи? Дарт Вейдер! Идеально! Бен будет самым милым злодеем в городе! Начинаем, как обычно, с основного цвета. Сначала тебе нужно изменить решетку Бена. Отличный выбор. Треугольная как раз будет похожа на маску Дарта Вейдера. Теперь ты готов к нанесению основного цвета, Бен. Тебе не пригодятся яркие краски для этого перевоплощения, Том. Ты уже выглядишь намного страшнее, чем обычно, Бен. Но не тогда, когда ты так улыбаешься. Что дальше, Том? Погоди, куда ты едешь? Что это такое? Это старая панель управления от твоего гаража? Ты сделаешь из нее панель на груди Дарта Вейдера? Как хитро! Потрясающе, Том! Но если Бен заговорит, его голос будет звучать, как у Дарта Вейдера? Как здорово! Что? У тебя еще осталось пара интересных штук для образа? Ну, конечно, шлем Дарта Вейдера. Почти готово, Бен. Но, кажется, у Тома есть еще кое-что очень особенное для тебя. Все верно, это твой личный световой меч. У тебя хорошо получается, Бен. Эй, Том, он силы преисполнен. Бен, ты никогда еще не выглядел таким злодеем. Никаких больше хороших парней, да?
Отличная работа, Том! Никто никогда и не догадается, кто скрывается под этой маской. Да пребудет с тобой сила, Бен! До новых встреч, Том!